Я вас приветствую, Андрей Анатольевич. На прошлой неделе состоялся совет депутатов, и вы официально избраны главой Солнечногорского района, по которому у нас с вами большой план работ. Долгое время в районе не решались проблемы. Проблемы ЖКХ, преимущественно бытовые вопросы, дорожные вопросы. В общем, есть чему стремиться. Наша задача разработать и реализовать четкий, понятный план, дорожную карту, которая позволила бы кардинально изменить ситуацию. Андрей, действительно, проблем в районе достаточно большое количество, и я даже напомню, что я приступил к исполнению 23 декабря. Фактически была такая предбанкротная ситуация, когда нечем было платить заработную плату бюджетникам и расплачиваться за оказанные уже услуги и товары, которые в повседневной деятельности предприятия, учреждения и организация бюджетная для своего функционирования приобретали. Мы выровняли эту ситуацию за вот эти полгода. Действительно, мы начали с того, что какие приоритеты, обратились к жителям. Ведь все наши информресурсы и обращения – это индикатор сегодня. И не случайно портал «Добродел», обращение граждан по благоустройству, по тому, почему в соседних районах эти программы работают, а у нас не работают. Вот это проанализировав, мы действительно эти приоритеты расставили. Поэтому сегодня у нас есть четкое понимание, что нужно делать, как нужно делать и в какие сроки.